Посмотрите вот на ту сторону. Посмотрите, какая пробка в нашу сторону, в сторону Mountain View, Пало-Алто и Лос-Алтос. Это все едут из Сан-Хосе, ну, с той стороны. А и как мы едем? Видите, как пусто у нас в обратном направлении, в Сан-Хосе. Я еду сейчас в Сан-Хосе. Это я так еду уже миль 8. Мне еще 5,6 ехать миль. И посмотрите, пробка, она нескончаемая. Это все гугловцы и эппловцы. Ну или гуглчане, эпплчане едут на работу. Ну, конечно, тут разные, но в основном, видите, в Гугле там целый город. Там столько народу работает. Вот как бы большие крупные компании в основном, конечно. Но и другие тоже тут есть. В общем, пробки нереальные с утра. Я уже приехала в Сан-Хосе. И в пункт назначения, куда мне надо было. И я вдруг подумала, вспомнила, что хотела вам сказать. За этот год, может быть, даже больше, подписались новые люди, новые зрители подключились к нашему каналу. И мне хотелось сказать о том, может быть, кто-то из вас не знает, что у Евы есть тоже канал свой, и он как бы рассчитан на, ну, это понятно, да, детский канал, на аудиторию детскую. Но в то же время, что хотела сказать, там есть видео, которые, может, будут полезны не только детям, но и взрослым. Там есть, например, как Ева в школу ходила, рассказывать про школу свою, то есть ее впечатления. Это тоже может пригодиться там мамам будущих учеников, я не знаю. Ну, в общем, как она в больницу к зубному ходила. Ну, такие какие-то видео. Английский язык мы с ней там выкладываем. Давно не выкладывали, но, ну, как бы выкладываем, но не так часто. Не заваливаем там видео. Не знаю, сколько сейчас там даже там. Ну, в общем, что хотела сказать. У нас все было подключено там монетизация. И вдруг сейчас по новым правилам YouTube ее отключили. Короче, почему? Потому что там не набрано 1000 подписчиков. То есть по новым правилам, если меньше 1000 подписчиков, то есть монетизация не положена. А там есть видео, ну, короче, которое просматривается, ну, жалко, да, как бы бесплатно, абсолютно. Когда могло приносить, в принципе, хоть какие-то денежки, хоть какую-то копеечку. Вот, потому что мы же стараемся и монтируем, и все, и снимаем, как бы для вас тоже. И YouTube мог бы за это, конечно, платить бы, но по правилам, как бы нету 1000, там 933. И я посмотрела одно из видео, я так была удивлена. Там одно из видео про дорогу, вот эту светящуюся дорогу с машинками. Как же она называется, по-моему, Magic Truck. Да. По-моему, так. Ну, в общем, видео это на детском канале одно. У меня даже ни одно видео здесь, вот на этом канале, нет, чтобы столько набрало. 200, на минуточку, 261 тысяча просмотров. 261 тысяча. Для меня это как бы даже немыслимо. Я знаю, что у многих блогеров есть это такое, что там для них это обычное дело. Для меня это вообще шок. Я даже сама была удивлена это увидеть. И думаю, ну всего-то там сколько не хватает, 70 подписчиков, да, около того. И чтобы была монетизация. Если кому-то интересно, я предлагаю и посмотреть. Если вам понравится то, что мы там снимаем, просто загляните. Я ссылочку дам внизу, прямо под этим видео. И еще будет, прямо когда закончится это видео, тоже будет ссылка Ева, на Евин канал, там будет Ева написано, розовый значок такой. И вы сможете пройти, если вам понравится, подпишитесь. Может быть, кто-то просто об этом не знал. Если, конечно, вам это нужно. Никого не призываю специально, там, насильно, а только чтобы вы посмотрели и решили для себя сами. Все, всем пока-пока, бай-бай.